Всем привет, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами Троликс 12. И сегодня мы с вами сделаем малюсенький обзор на аркадную игру для вашего Android. Итак, эта аркада называется Dig Master. Ну, больше это похоже как шахтер. В чем же заключается эта игра? Смотрите внимательно. Вы видите стрелочку индикатора. Нам с вами желательно поймать ее на серединке. Это будет джекпот. Тогда будет максимальное количество ходов, умноженное на 2. От количества выбитых ходов зависит, на сколько клеточек вы сможете спуститься в шахту, насколько глубоко, и собрать полезные ресурсы. Золото, серебро, алмазы. За все это вы получаете вознаграждение в виде долларов. Как видите, я смог опуститься на 36 метров. Это был рекорд. Помимо сборов полезных ресурсов, вы также можете нарваться на бомбы, как ТНТ в Майнкрафт. Они взрывают целый ромб, и все ресурсы сыпятся вам на голову. Что я могу сказать в заключение? Игрушечка довольно однообразная, но в то же время довольно прикольная. И вы можете весело провести время. В принципе, о ней больше нечего рассказать. Для того, чтобы найти эту игру, вбиваете в Play Market Dig Master и скачиваете. А на этом я с вами прощаюсь. Всем пока, до новых встреч. С вами был Троликс 12. Всем пока. Подписывайтесь на канал.